Пробовать. Так. Видно, да, вроде бы. Так. Будем жесть пробовать. Money, а? Общем, рискнул, ребят, выходы делать с пальцами. С утра они вообще деревянные, вот эти пальцы. Вообще даже вот так вот не могу сделать. Сейчас вот пробежался, разработал и попробовал, короче, выходы буду делать сейчас. По два выхода. Ну, корявый, конечно. Ладно. Просто думаю, не знаю, рано, наверное, очень начал. У меня кисть сейчас ослабла вообще. И ладонь болит. Так, болят пальцы. Пальцы вообще. У меня не только пальцы эти. Ладонь болит вообще невозможно просто. Но тренироваться через боль. Я даже не знаю, там зажило, нет, рентген. Не знаю. Уже надоело все. Так вот. Так, кто там еще? Без фанатизма, да, здоровье важнее всего. Конечно, важнее. И говорю, сейчас, короче, бегал. У меня тут дорога есть с железкой. Кроссовки вообще не держат. 5,5 на километр. В общем, бегал. Километр. Кросс пробежал сейчас. И решил вот выходы поделать. Я же обещал трансляцию сделать для вас. Вот. Делаю. Короткая трансляция будет. Спасибо, ребят, за поддержку вообще меня. Вот, сейчас отписалось человек 15, наверное, после перелома пальцев. Вот, спасибо за то, что вы остались со мной, что верите в меня. Вот.
Мне это очень важно. Меня это очень сильно мотивирует. То, что вы меня не бросили в трудную минуту. Я это очень ценю, ребят. На самом деле. Так, в общем, я буду делать, наверное, еще 5 подходов и все на этом. Потом еще буду разрабатывать пальцы. Наверное, рентген нормальный уже. Завтра схожу в больницу, вот, вот здесь посмотрю. Даже если не заросло, все равно уже более-менее так. Болит просто сильно. Кисть. Прыгаю вниз. Так, круговая порук. Конечно, Артём. Кстати, тебе здоровья крепкого, твоей семье, чтобы не болел никто. Вот. Самое главное это. И не унывать, самое главное в этой жизни. Потом отвечу я. Так. Лучше всего ВКонтакте. WhatsApp у меня нет. Я потом ссылку на контакт оставлю. Есть вообще капец. Здорово, Артём. Как дела у тебя? У меня, видишь, он не очень, конечно. Но стремимся. Стремимся. Мотивация самое главное. Да, пойдет. Стену задеваю только ногой слегка. Да. Короткая такая трансляция сегодня будет. Просто решил попробовать и все. Мне еще работать и работать надо этой рукой, конечно. Утром деревянная она. Вообще абсолютно деревянная. Вот, видимо, кровообращение идет, и они начинают сгибаться, кости. Я вообще боялся, что она костенеет вообще. Вот, может, и рано я начал все это делать. Вот. Да. На улице тяжелее, конечно, было бы не выходы делать сейчас. Там и одеждами этот накинуто. Так, еще один подход, ребят, и все. И трансляция на этом заканчивается. 10 подходов по 2 повторения, 20 выходов. Я до этого еще, до этой рутины попробовал просто в перчатках вот этих вот. Ну и вообще, вот сейчас вроде ладонь работалась.
болела до этого. И решил трансляцию запустить. Все-таки обещал трансляцию его сделать. Сейчас попробую еще последний подход. Вот такая, ребят, фигня, такая трансляция небольшая, кривые выходы с больной рукой. Всем здоровья, да. Я потом буду на связи, постараюсь, Артем, сегодня. Вот. Всем здоровья, ребят, все, выхожу.